Ну что, всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на новый второй выпуск журнала Лего Эльфы. Вот так смотрится целый комплект. Давайте достанем содержимое из этого целлофанчиковского пакетика. Вот такого. Так, достаем журнал и пакетик. Так, пакетик посмотрим, как обычно, в конце. Сейчас у нас журнальчик. Вот такая обложечка, довольно красивая. Предыдущий, насколько я помню, мне понравился вроде постер. Вот там был такой красивый достаточно. Сейчас посмотрим, что будет в этом, в общем-то. Давайте открывать. Тут обычно, как обычно, показано, что будет у нас внутри постера и так далее. Приключения продолжаются, друзья. Давайте посмотрим. Так, здесь наборчик какой-то. Вот по Лего эльфам. Довольно такой необычный какой-то замок. Вот, и содержание. И поехали. Нет, еще не поехали. Знакомство, навстречу эльфам. Опять, в общем, персонажи. Персонажи различные, их описания. Вот, и вот теперь начинается комикс «Легенда Эльфендейла». Вот. В общем-то, так, рекламка, рисовочка другая. Теперь вообще какая-то совсем другая, смотрите. Во-первых, странички вот так вот оформлены, прикольно. И вот такой вот задний фон тоже какой-то желтоватый с каким-то там рисуночком. Блин, кривовато у меня был журнал, не посмотрел в камеру. Так, дальше здесь страничка с загадками. Проложи дорогу. Проложи дорогу, нужно проложить. Это знаете, как вот игры есть такие сейчас на телефонах, где там шарики, в общем, ломаются. Так, инструкция. Вот наш подарок будет. Это лисенок Флейми сегодня. И постеры. Давайте посмотрим на них отдельно подробнее. Ну что, первый постер смотрится вот так. Это вот такая вот Азария здесь представлена с ключиком. Красная, огненная она, наверное. Довольно неплохой плакатик. Но следующий вот такой мне нравится больше. Вот это вот прям вообще очень классно. И вы знаете, все, что нужно. Никаких вот этих надписей, которые мне не нравятся, чужеродных и народных, нету ничего подобного. Очень яркий, красочный постер. Вот это очень классно. Вот такой вот. Везде бы были вот если такие, ну, примерно, то есть со своими там персонажами и так далее, было бы очень классно. Вот это мне очень нравится, давайте продолжим. А дальше нас встречает раскраска. И вот теперь мне точно кажется, что это все рисовано было от руки, не просто компьютерная графика. Это даже классно, то, что вот эта вот раскрасочка была изначально нарисована от руки. Вот. Дальше набор опять. Нет, это другой набор. Или такой же, который вначале был. Так. По-моему, такой же. Да, это тот набор. Реклама того же наборчика. Вот, да, вот эти вот тут. Не по поняшке хотел сказать. В общем, вот эти коняшки летающие. Вот, не знаю, как они здесь называются в этой вселенной эльфийской. Вторая часть комикса началась. Идем. И натыкаемся на нарисуйку. Нужно повторить вот этого вот. Кто-то какой-то типа дракончик какой-то маленький, небольшой. Вот. Мико его зовут. Вот. Загадка. Загадка какая-то здесь. Дальше игра, путь домой, вот видите, вот здесь вот такая вот, финиш, старт, вот, и последняя страничка, ответы здесь все, тут потому что были всякие загадки, головоломки и так далее, ответы на них, рубрики почты здесь нет еще, наверное, не знаю почему, то ли потому что новый журнал или еще по каким-то причинам, в общем, не знаю, два эльфийских приглашения, так, ну вот вы можете прочитать, а с задней стороны... Приглашаю тебя, дорогая, там и твоя, типа, подпись. Не знаю, для чего эти приглашения, как их использовать. Ну, кто, наверное, как придумает. В общем-то, был вот такой журнальчик. И теперь давайте посмотрим вот на такой пакетик. 5+ у нас возрастной рейтинг. Вот. Но я думаю, никому до него дела нету. Как обычно это бывает до этого возрастного рейтинга. Так, все-таки... А, нет. Даже, наверное, без инструкции я посмотрю, вот как здесь. В принципе, здесь очень мало деталек, чтобы не понять, как это собрать. Так что давайте прямо в прямом эфире, так сказать, я соберу. Судя по этой картиночке, ничего сложного нету. Вот, сначала хотел, думал, вот, сейчас открою инструкцию, как обычно. Но когда больше деталек, так сразу и не поймешь. А тут, в принципе, все довольно понятно и просто. Вот, почти уже собрал. Что прикольно в этих наборчиках, то, что здесь есть, можно сказать, фигурка. Фигурка животного. Вот. В этот раз вот такой вот сегодня у нас. Маленький, как его зовут уж? Маленький Флейм. Собственно,
Вот такая вот малюточка прикольная. И его наборчик здесь сегодня у нас расческа есть вот такая. Тоже прикольно, знаете, как чисто кто собирает просто лего различные детальки, тоже будет просто вот расческа, можно как-то ее использовать. И, в общем, вот такая штука, я не знаю, как это назвать. Просто вот кучка собранных деталек во что-то. Во что непонятно. Можно расческу, наверное, вот сюда, да. Вот так вот поставить расчесочку и рядышком флейме. Вот, собственно, и все. Давайте теперь завершим это видео. Ну вот и все, это был вот такой набор журнала Лего Эльфы, выпуск второй, надеюсь, вам понравился. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, вступайте в группу ВКонтакте и ждите мои новые видео. Всем пока!